форум. Я закончил исторический факультет и учился в аспирантуре на факультете истории, политологии и права. И могу сказать так, более-менее квалифицированно, что многие вопросы, которые поднимаются вокруг трактовки тех или иных исторических процессов, событий, они кем-то инициированы чаще всего. Борьба за нашу историю идет, и здесь мы должны четко определиться, и сегодня молодые люди, с молодыми людьми мы об этом разговариваем, что все, что бы ни происходило с нами в прошлом, это наша история, и мы должны бережно относиться к ней, мы должны ценить ее, особенно ценить все лучшее, хорошее, что было. И хуже всего, когда наша история и оценки там, исторических процессов превращаются в сплошную черную картину. Как раз наши враги хотели бы сделать так, чтобы мы стыдились своего прошлого, своей истории. Если мы выйдем на эти позиции, то мы будем Иванами непомнящих родства, и мы выйдем в кризис идентичности. Мы не будем понимать, что с нами было вчера, что у нас сегодня, что будет завтра. Это самое уязвимое. Позиция для человека там, в современном мире. Нет, мы должны, наоборот, ценить все что хорошее, что у нас было, на это опираться и, исходя из этого, смотреть вперед и серьезно думать о том, как улучшить жизнь в будущем.